еле видно, да? Ну, во-первых, это еще не сфокусировался фотоаппарат нормально. Во-вторых, ты видишь, как вот попробуй 200-кратное увеличение вас уловить вообще, все, убежал. Назад ждем, вон он. Или это не он. А там больше ничего и нет, так что не ошибемся, если это не фара у машины. Или это фара у машины? Не-не-не, это листок там какой-то. Сейчас попробую. Ну да, это... Так, значит, сегодня какое? 15-е мы выяснили, да? Мая 2000. Да, это листок какой-то мешает. Ну ты посмотри, какая зараза. Ну да. Ой. Так, это у нас Юпитер. 15 мая 2018 год, Харьков. О, смотри, как выскакивает Галилея из спутники. Видишь? Ну да, да. Фотоаппарат пытается сфокусироваться, не отдуплиться, что это за листочек там такой. И вот это вот Ио, Ганимед, Европа, Калиста. Все, хватит. Их 4. Вижу только 3. Ну, а вон 4. Вообще как классно видно, слышишь? Нормалек. А ну давай теперь на Венеру переведу. 15 мая 2018 год, Харьков. Сколько там времени? Это у нас 50-я параллель северной широты, 21.11 по Киеву. Это сейчас Юпитер на расстоянии 658 миллионов километров. Вот это вот с Галилеевыми этими спутниками был. Ближе всего за год к Земле. И как раз лучше всего освещен Солнцем. Это Венера. Не, ну Венеру он, ты видишь, вообще не воспринимает. Он так и показывает. Как непонятно что. Ну. Надо какой-то треногу. Ну то есть, чтобы головку эту на треноге более плавно можно было перемещать, а не такими рывками. Не хочет лучше фокусироваться, просто большое яркое пятно. Венера. Я вот не помню, у Венеры спутники есть. Бог его знает. Ладно, 18.05.2000. Какой 18? 15.05.2018, Харьков.